На кубанские поля каждый день выходят более 2500 комбайнов. Хлеборобы стремятся не упустить благоприятное для уборки пшеницы время. И славянцы стараются внести свой весомый вклад в кубанский каравай. Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены в районе на площади 15 тысяч гектаров, а это 50% от посеянного. Валовой сбор более 80 тысяч тонн. Завершена уборка озимого ячменя. В закрома отправлено 20 тысяч тонн зерна. Уже обмолочено 40% озимой пшеницы. Мы побывали на 6-м отделении предприятия Анастасиевского агрокомплекса «Выселковский». В хозяйстве созданы 3 уборочных комплекса, которые укомплектованы опытными специалистами. Все четко знают свое дело и работают слаженно. На предприятии уже обмолочено свыше 2540 гектаров пшеницы, и это 60% от всего пшеничного поля. Каждый день убирается урожай с 300 гектаров. Работа здесь просто кипит. Уборка продвигается у нас хорошими темпами. Погодные условия сейчас благоприятствуют для уборки. Созданы комплексы уборочные. Машин хватает для вывоза зерна. 537 гектаров посеяно было озимой пшеницы. Из них как бы средняя урожайность составляет 63 центнера. Комбайнеры все работают ответственно, качественно, уборка продвигается. Самое главное, чтобы погода способствовала дальнейшей уборке, чтобы что было заложено с осени, что, как говорится, что посеем, то и пожнем. По пшеничному полю в знойном мареве ровно плывет комбайн. Штурвал в умелых руках опытнейшего комбайнера Николая Лягуши, который проводит на ударной трудовой вахте вот уже 18-ю страду. Он старается, чтобы урожай был убран вовремя. Это моя 18-я уборка хлеба. Наша задача — короткие сроки, без потерь, все прекрасно убрать, собрать. Техника у нас хорошая, обновленная. Работай и работай. Не подводит, не ломается. Хлеб тоже хороший. Собирать качественно, и все будет хорошо у нас. Урожайность пшеницы в хозяйстве около 61 центнера с гектара. Добились этого аграрии благодаря строгому выполнению необходимых агротехнических мероприятий. Настрой у тружеников предприятия Анастасиевское бодрый. Да и погода стоит пока словно по заказу, теплая и солнечная. И во время страды счет идет не только на дни, на часы. Хлеборобы делают все возможное, чтобы убрать урожай без потерь. Битва за урожай, как называют уборку зерновых, здесь проходит вполне буднично. Золотое зерно заполняет комбайновые бункера, потом оно перевозится на мехток для подработки, чтобы еще позднее в виде румяного каравая попасть на стол к потребителям. Ради этого и стараются труженики. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».